Всем привет! Вы на канале Вязание, и я Светлана. Сегодня хочу поделиться с вами, вернее, по просьбе тоже зрителей, я подготовила вот петли. Это если кто вяжет планку 1 на 1 резинкой, вот я подготовила петли. Я считаю, что они очень замечательно смотрятся. Смотрите, так, поближе. Это лицевая сторона, а это изнаночная. Так, это вот петли на такую пуговицу. Вот небольшую. Так. Смотрите сюда ему. Так, приступаем к вязанию. Я считаю, что это очень замечательный метод, можно сказать, лучший для вязания петель для пуговицы на планке резинкой 1 на 1. Так, для... Я буду тут продолжать. А для узора, для образца я набрала 20 петель. По краям я оставляю 6 петель, тут 6 и тут 6. Основная петля будет проходить 8 петель, остается, то есть 20 минус 6 минус 6 8 петель. Так, резинка 1 на 1 здесь провязана, 1 лицевая, 1 изнаночная. Так, я показываю сразу, как вяжется петля. Мы провязываем 6 петель с краю резинкой 1 на 1. Так, я вот провязала 6 петель. Так, теперь берем с левой спицы на правую, таким образом снимаем. Это получается у нас 7 петля. Так, и мы ее, вот вторую, перекидываем через ту, которую сняли. И хорошо подтягивайте. Вот, я хорошо подтяну. И также продолжаем. Так, следующую. Так, чуть-чуть поправляйте, если неудобно или плохо идет. Мы снимаем, пока тут 6 петель останется с края. С левой стороны. Так, следующая. Так, так, 2 петли, вот, и вторую перекидываем через первую. Так. Еще одну.
Так, и здесь вот 6 петель осталось у нас, а это 7. Еще мы тут остается 5, это 6, мы ее снимаем и перекидываем вторую, предпоследнюю через последнюю. Так, и теперь эту петельку одеваем на левую спицу. Так, тут у нас осталось 6 петель, видите. Вот у нас сняты петли, 8 петель. Теперь мы будем одевать на спицу. Так, но предварительно хочу сказать, здесь у нас 6 петель, мы это одели сюда, а здесь 5, потому что мы 2 одной привязали, да? Теперь мы должны вот 6-ю петлю, вот она, вот одеваем сюда. Тут получилось 6, и не будет этой дырочки, и здесь 6. И теперь таким образом мы будем одевать. Тут петля у нас 8 петель осталось, да? Мы прибавляем еще 2 петли дополнительных. Потом скажу для чего. Так, таким образом мы одеваем на спицу. Раз, вот так. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и прибавляем еще 2 петли. 9 и 10. Итого петелька у нас 8 петель плюс 2, которые 2 петли эти потом уйдут. Так, вот сейчас мы крайнюю петлю, вот 6-ю слева, снимаем на правую спицу и предпоследнюю петлю перекидываем через эту снятую, как обычно делали, и хорошо притягивайте. При этом у нас одна петля уже ушла с 2 дополнительных, и дальше вяжем уже по рисунку, то есть у нас резинка 1 на 1, 1 лицевая, 1 изнаночная. Так, продолжаем дальше. Первый снимаете, вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная петля и лицевая. Так, провязали мы 6 петелек. Это у нас край справа. Теперь дальше вяжем по рисунку. Тут лицевая, теперь вяжем изнаночная, это где мы вот набирали петли. Теперь опять лицевая, изнаночная петля, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И обратите внимание, тут осталось у нас вот 6 петель, так? Но у нас, видите, здесь нить так некрасиво смотрится, видите, она длинная получилась. Если мы просто ее провяжем, получится как бы углом петля, некрасиво. Для этого я набирала 2 лишних петли. Одна у нас здесь ушла справа, да? Сейчас вторая идет слева, так? Мы эту 6-ю петлю с левой снимаем на правую и предпоследнюю перекидываем, как обычно, через эту и хорошо притягиваем. А дальше вяжем по рисунку. То
То есть резинкой 1 на 1. Одна лицевая и одна изнаночная. Последняя кромочная. Изнаночная. Так, вот мы провязали. Сейчас я провяжу еще один ряд, покажу. Теперь просто вяжем резинкой 1 на 1. Лицевая, крайняя снимаем. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Так вяжем мы до конца наши планки. И последняя кромочная, изнаночная петля. Точно таким же образом мы провязываем и на изнаночной стороне. То есть вяжем резинку 1 на 1 до тех пор, пока мы будем опять формировать петлю для пуговицы. И посмотрите, у нас мы набирали 20 петель. Потом мы, когда вязали петлю, мы добавляли лишние 2 петли. У нас получилось тогда 22 петли. При этом 2 петли у нас ушли по краям, слева и справа, когда мы снимали петли. Теперь давайте посчитаем, сколько у нас осталось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я по 2 петли считала, 10 на 2, 20 петель, как было раньше. Теперь я сейчас провяжу немножечко, тут 2 или там 4 рядка вверх. Мы посмотрим нашу петельку. Так, провязаю тут немножко, несколько рядов. Смотрите, какая петля у нас вышла. Вот, смотрите, какая замечательная. Это на лицевой стороне. А вот она смотрится на изнаночной. Очень красивая петелька. Так, я думаю, все понятно, я вам объяснила. Теперь у меня спрашивали резинкой 2 на 2 тоже показать. Я запишу и тоже загружу видео. Так, еще раз показываю. Так, все, благодарю я вас за внимание. Благодарю, что заходите на мой канал. Подписывайтесь. Пишите комментарий, что бы вы хотели еще с уроков увидеть. До новых встреч. До свидания.